Хей-хей-хей, бездельники, вы на канале Бездельник, и с вами, а кто? Бездельник. Мы продолжаем играть в игру Психонавты. Предыдущую серию мы закончили на том, что попали в разум Глории и помогаем ей разобраться ей с ее душевной травмой, ее музой Бонитой Солей, солевой Бонитой. И тут мешает пьесе «Призрак оперы», но кажется еще вот этот вот, так, вот этот вот. Поганый критик тоже ничего хорошего не замышляет. Не только ставит хуевую оценку, но и все критикует, даже не досмотрев все до конца. Нам дали сценарий пьесы, но хрен знает, что с ним делать. Давайте, наверное, отдадим вот этой вот помощнице, да, правильно? Только что собрали. Эй, вы же сказали, что если Бонита будет играть, все будет в порядке. Ну, я не стала говорить тебе о страшном призраке. Да, Бонита играть согласилась, но когда она вышла, все испортил призрак. Просто покажите мне, как попасть туда, где он прячется. Извини, но туда не попасть. Ну, была одна пьеса. Мы спускали этот воздушный шар вниз, а потом поднимали его опять. Если найдешь его или другую толковую пьесу, принеси его мне, и актеры его сыграют. У нас так не хватает нового материала. Ой, что это? Новый сценарий, да. Нам же его, по-моему, как раз критик дал. Если мне не изменяет память. Обмакивай попкорном, и не сказано, в каких декорациях ставить. Ладно, сыграем его в тех, что есть на сцене. Все будет в порядке, я не сомневаюсь. Вот, будешь моим ассистентом? Вроде ты ассистент. Используй мегафон, если хочешь. Теперь мы ассистент ассистента, ну ладно. Так, у нас новый сценарий, репетируем. Репетируем. И мотор. Мотор. Давайте смотреть. Поведай мне сначала, кто был отец, которого не знал. Он смел был сердцем и душой. Чу, скачет его конь вороной. Про рыцаря, то бишь, у нас, да? Угу. Прискакал, проехал. Ага, хорошо. Ну, кажется, звучит очень правдоподобно. Давайте смотреть, что будет дальше. А все выглядит достойно. Очень даже достойно. Продолжение, да, пьесы тут. Еще у нас там прожектор сверху стоит, который мы должны менять, по сути, под настроение сцены. Там как бы желтый и холодный свет, видимо, типа комедия, трагедия, что-то такое. Ну, ну вот эта сцена, кажется, не отсюда. Ну, это не про рыцаря. Это не про рыцаря. Да. Да, нет, не про рыцаря, не про рыцаря. Так, опять собираем вымысла. Так, и там, кстати, какой-то другой сценарий уже лежит. Только непонятно, на самом деле, как к нему сейчас добраться. Так, сработано улучшение пси-умений. Супер цепной выстрел. Ваш цепной выстрел теперь задевает до 6 врагов подряд. Очень круто. Очень круто, я очень доволен. Так, я думаю, проверять на этих милых созданиях пока не будем. Че, значит, нам нужно сейчас воспользоваться вот этим. И сменить, правильно? Ну, тут, наверное, даже не позитив или негатив какой-то, оно просто по факту здесь вообще не по сценарию с рыцарем был. Ну, вот, кажется, здесь дракон, есть уже что-то похожее. Блять, они уже какие-то зубастые такие, да, агрессивно настроены против нас. Ну, чё, раз с ними. На раз, два, три. Какая лодка? Никогда не придет. Но кажется, я вижу, как почтовый поезд из-за тьмы ночной выходит. Какой, блять, поезд? Почтовый поезд? Да, конечно. Кринж. Кринж какой-то. Че? Дракон? Какой, блять, поезд? Ха-ха! Воистину!
ордену дракона ты узрела. Тебя обманули и сожгут. Невероятно. Тоже не то, нет? Йо, хуяся. Хуяся. Так, ребят. Ох ты как, ох ты же, вот это хорошо было. Это кто стреляет? О, мелкий жук. Мелкий жук был какой-то. Так, а как нам... Блять, стоп. А как на него сверху забраться? Ух! Это вода хоть и декорации, но... Но тоже делает неприятно. Древняя сила театра, только сам театр может с ним справиться. О чем они? Что они подразумевают? У вас прекрасно получается, Бекки. А что за рыцаря посмотреть? Бекки, можно еще раз посмотреть рыцаря радости? Да, надо это. А! Блять, а я проскипал, я думал, это повтор. А это они как раз таки сыграли то, что надо было. Ага. Угу. Примерно понял. Будем, по крайней мере, на это надеяться. Угу, еще один остался. Да пошел-ка ты, а, дружок-пирожок. Мы и без тебя как-нибудь тут, да, справимся, правильно? Угу, сценарий тот день, когда почтовый корабль пришел. Ага, то есть нам нужно переиграть эту сцену, только уже в позитиве, да, потому что здесь оно никак. Нет, дальше не пускает нас. Хорошо, давайте тогда вернемся и посмотрим. Так, а что если... если... Да нет, ничего не если. Давайте переключать и смотреть, как они сыграют. Сейчас, когда мы дадим ей другой сценарий. Все понятно, как это работает. Взяли, что придумали опять какие-то новые непонятные системы. Ни разу ничего в игре такого не было. Так, слава богу, что вы это не проигрываете. Давайте к ассистенту Бониты. И так, надо сначала сценарий дать. Тот день, когда почтовый поезд пришел. Да, еще один сценарий, отлично. Да, давайте, быстрее. И тяните. Ах, неужели я вижу, как приближается... Угу. Еще не видел, нет. Угу. Вы мисс Глория фон Гуд? Да. Что ж, для вас тогда эти мешки. Угу, да. Так, ребят, да, скорее всего это переключаю, потому что очень долгие паузы, вот эта театральная постановка, что-то вообще не айс. Так, а чё? Чё нам дали? Чё нам это дало? Я не вкурил. Я вообще не вкурил. Может быть, нужно громкоговоритель использовать? Ну. Я, кстати, промахнулся. Ну. И чё? А, нас так дальше перенесло, правильно? Да. О, просто оказывается не в портал надо было. Вообще же это очень такое запутанное. Угу. Не покидай меня, о дочь моя, о Глория. Уедешь ты сейчас, и над собою я свершу ужасное, что нанесет ничуть меня тут. Мне вообще не хватает, ребят. Не торкает. Сорян, не торкает. Учитесь играть. Прощаюсь с домом Агаты. Последнее, надеюсь. Так, а как нам все так собрать? Вот не попасть.
Так, у этого, по сути, все еще есть злая альтернатива, да? Ну, кажется, нам сейчас так и надо будет это сделать. Это мы возвращаемся обратно, правильно? Обратно, но мы сверху должны быть. Вот там. Да. Собрали. Так, хорошо. Значит, нам нужно туда. Я просто это ради вымысла сделал. И тут мы должны сейчас посмотреть с Агатой, как это выглядит. И если что, переключить на негатив. Так. Сценарий «Прощаюсь с домом Агаты». Еще один. Мне кажется, что это тот самый. Эй, реквизитор, шевелитесь. К тебе это тоже относится? Пошевеливайся, если хочешь. Это тот самый, ага. Школа для девочек, да, не волнуйся. Да. Что? Волшебного облака нет, вы... Угу. Давайте просто... Понятно. В этих декорациях нету. Значит, нам нужно обратно. Правильно? Правильно. Давайте переключать декорации. И мы, кстати, с вами не видели альтернативные декорации у первой. Первая альтернативная декорация. Вы, кстати, тоже шару вроде нет. Немедленно. Так, кринжа. Кринж. Так, псы, блядь. Псы войны. Съебались. Ну да, здесь получается... Стоп, а, может быть... Оп. Может быть, тут нужно проиграть вот эту пьеску? Ну хорош, мы уже были не над водой и вообще не в воде. Не душите. Так, а стоп, а зачем я сюда иду? Нам нужно взять мегафон. И нужно сыграть «Прощаюсь, дом Магат». Давайте посмотрим. Да, на этой сцене нет волшебного шара. Понял, это то же самое. Так, хорошо, теперь нам нужно просто найти... нам нужно просто найти, в какой сцене это есть, правильно? Правильно понял? Ну да, кажется, правильно все. Наверное, это первая сцена, потому что мы не смотрели, как выглядят декорации вот эти темные там. Ну просто, да, вот сейчас спускаемся и идем туда. И все, не думай, не парись. Ну навряд ли по несколько раз вот эти сцены обыгрываются. Потому что мы их сыграли и в светлом варианте, и в темном варианте. Вот, да. А тут мы даже не были еще. Тут эти шесты, по которым можно прыгать. Ну, смотреть этого смысла нет, это не подходящая пьеса. Так, ребята, может не надо, блин? Может не доебываться? Спасибо большое. Я прям смотрю, вам очень хочется доебаться. Так, давайте берем мегафон и проигрываем «Прощаюсь, дом Магат». Все, вот это уже можно посмотреть. Это тот фрагмент пьесы, с помощью которого мы спустим шар, по которому поднимемся и дадим пизды призраку. Вот так. Угу. Вот тот шар, да? Угу. Ну и все. Здравствуй, моя дорогая, любимая дочь. Мы вернулись за тобой. По
Браво, браво, ребята, браво, браво. Не знаю, за ваше актерское чудесное мастерство, либо за наш мегамозг, с помощью которого мы все сообразили и сделали качественно и быстро. Конец. Так, вы пока неуязвимы. Да, все получается, задание выполнено. Осталось только забраться на мостик с помощью шара. Так, ну, думаю, сейчас-то мы узнаем. Так, мне не понравилось, что мы не собрали просто. Вот, другое дело. Надо середину какую-то там выбрать, да? Не туда крутимся. А это уже другое дело. Нет, это вот сейчас мы не туда крутимся. Тихо. Что-то я запутался, куда крутиться. Вот это мы, говорит, умные такие догадались. Молодцы, да, догадались. Серьезно? Да? Серьезно? Серьезно? Не понял, как мы упали. Так, вот сейчас это, конечно, все быстрее получилось. До упора все, в люльку попали, поднялись. Загрузка. Ну что ж, призрак оперы, блядь. Забраться на мостик с помощью шара. Сразиться с призраком. Я думаю, это все-таки критик в этом замешан. Ох, нет, смотри, это реально призрак какой-то. Ничего, здоровья-то у нас хватит, у нас одна только осталась. Оп. О, бомбежка, бля, пошла. Бомбежка пошла так аккуратно, значит, хочет все собрать. Что ты здесь делаешь? Последняя жизнь. Чего, бля? Вы можете бросить сцену, молодой человек, но она навсегда. Стоп, а вот это. Что это было? Вы что, не говорите, что все сначала надо будет проходить? Ух, а здоровье у нас сколько? А почему у нас карамель подействовала, правильно? Ну, карамель же должна была подействовать. У нас же там 3 конфеты. Или как это вообще работает? Ну, вообще, да, наверное, конфета подействовала. Конфета подействовала. А почему же ты не прыгал, конфета подействовала? Да вот правильно. Я просто думал, как бы мы допрыгиваем, а мы нихера не допрыгиваем. Наверное, проще вот так перелететь. Вот так проще. Конечно. И тут уже, кажется, прыгать надо. Ага. Да, супер. Сейчас просто дальше, да, понятно, ранг повышен, 71. Так, кстати, нужно без левитации. А вот тут уже можно, кстати. Как? Это что-то вообще очень криво работает, мне очень не нравится. Да, пойдет. Так, а можно мне собрать вот этот? Угу. Собрали. Ну, собрали. Цензор, блядь, а нахуй это делаешь? Да выстрелить надо, типа, снизу. Или чё? Здесь становится как-то сложно, серьезно. Ну то есть нихуя не легко. Это будет последнее, что ты сделаешь. Чуть вообще не получилось все это. Кстати, это, по-моему, первая бирка, которая у нас здесь появилась. До этого не было ничего. Ничего подобного не было. Что происходит? Ha 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 ha!
Все, потому что там были, да? Да, были. Я подумал, может быть, это мы там слышим. О, эмоциональный багаж. Ну нет, кажется, нет. Где ты здесь? Эй, там внизу. Берегись. Берегемся, берегемся. Главное, ты не беспокойся. Угу. А, замечательно, вот мы просто взяли так четко и попали по камикадзе. Не по кому другому. Закатившаяся звезда Глории. Давайте смотреть. Глория, Глория, Глория фон Гютен. Бонита Солей. Какие-то фотографии. Кто-то сбросился. Мать. Мать суициднулась и пошло расстройство личности. Муза Бонита Солей и сама Глория. Они разделились и потерялись, что одна, что другая. Так, ну что, не идем. Нихуя качки какие. У нас таких не было до этого. Первый. Пойму, нам сюда надо? Вообще что в дальнейшем. Не понимать. Но сначала, конечно, нужно спуститься. Стоп. Ладно. Давайте сначала дадим сумки. Я там просто увидел вымысел, и поэтому я не понял, он чё как. Он чё как, почему, зачем. Это моё жилище. Подойди поближе, и это будет последнее, что ты сделаешь. Я так, а что сейчас будет? Я вижу. Вижу, что выместил пропущен. И вот про это выместил я тоже имел в виду. Так, хорошо. Чё это так? Не прыгает, ага, вот сюда прыгает. Я тебя вижу. Я тебя тоже. И это пиздец, меня очень раздражает этот уровень. Так, ладно, хорошо. Как мать Глории, нихуя себе жесткий юмор. Фу, первый раз такое. Мать Глории. Пиздец. Ну, это реально очень серьезно. Я, блядь, просто в ахуе. Потихоньку проходим. Я не думал, что мир Глории вообще какой-то такой жесткий. Я на самом деле вообще его не помню. Я, ну, как бы, примерно понимаю, что там будет у других ребят из дурки. Но, блядь, вот этого вообще не помню. Три вымысла где-то не собрали. Так, а где посмотреть нам? Глория. Показывай. Скрытые воспоминания. Зарисовки. Это так выглядит не мир, а где она находится, да, в саду. Считаю, что это ее зрители. Это ее театр, где мы ставили пьесу. Это сами актеры. Это Бонита Солей. Это критик. А это злой призрак оперы. Это гримерка. Там эти антресоли, как там их мостки, в общем, от сцены. Ну, ничего так выглядит, ничего так. Осталось два вымысла где-то.
Ну реально, походу, не собирали где-то. Это уже все прям финал-финал, да? А, нет, вот, смотри. Собрали один. А второй будет? Тихо. Блять, я налево не сходил. Как ты смеешь вторгаться в жилище? Блять, налево не сходил, там, кажется, последний. Остановись, или умрешь. Окей. Вот тут дайте мы посмотрим, что сначала. Ага, блять, нету нихуя есть никого вымысла. Блять, реально один где-то остался, пиздец. Это обидно, конечно. Ну как, пирокинезом, а? Раз, ну чё тупишь-то? Только не это. Это. Ты заплатишь за то, что разозлил приз. Не смеши. Теперь постой, чтобы я снял с тебя маску и врезал разу. Куда попёр? Отдай последний вымысел, блять. Для стопроцентного прохождения этого разума. Отдай. Отдал. Нет, не последний. Как же, да, мостки, все верно. На мостках все правильно. Но это только на мостках. А так. А, нет, стоп. Это все правильно. А че ж здесь все найдено? Все найдено, 100% пройдено. Мы по-человечески просили, он нам по-человечески дал. Ну че, блин, че еще надо? Вот такой вот хороший. Хороший призрак Опер. Настало время узнать. Кто ты на самом деле? Ты критик? Что? Так я и знал. Очевидно. А ты говорил, что это Бекки? Нет, мы так и знали. Мы точно бездельники с вами так и знали. Как ты смеешь считать меня этим ободранным и романтическим подлецом, который годами... Разъебан. Разъебан. Да, кажется, вы правы. Он такой ловкий, проворный и худощавый. Вы точно не он. Это почему? Конечно, я и есть он. Маскарад окончен, приятель. Тебе больше не придется терроризировать... Он худой, да, на самом деле? В роли призрака, может. Сейчас быть, будет бой, сражение, битва. Силы злобного критика. Как я могу говорить такое и выглядеть крутым? Собака, ну что, поехали. Ух ты ж, нихуя себе. Раз. Собака лает, караван идет, бля. Еба, полетел. Ну что же, как насчет этого? Что это там? Ручки, да? Перьевые ручки. Хуету всякую писать. Критическую на наш пиздатый пьеса. Ну поехали. Бля, за орехами. Ага. Вижу. Так, они нам нужны. Просто так в него стрелять нет смысла, правильно понимаю? Три свечи есть, значит нужно подниматься на левитации наверх. Медленно, кстати, как-то поднимается. Ну ладно, ничего, помансить тут можно. Замансили. Так, пока не вижу, куда свечку ставить. Ага. Первая есть. Надо вниз. Это псы какие-то противные. А, мы их с вами уже видели. Хорошо. Отлично, ты сломал один, а их еще два. Сукин не сукин, но какого хрена они меня подожгли, когда там типа... Ну, вообще не должны были. Раз, короче, ему... Отвечает, да? В ответ. Ага, понял. Вот, не заметил сразу прожектора. Отвечает тем, что он жирный. Достаточно низко, но действенно. Поджег нас кто-то опять.
А, вот пес. Ну все, ну тут так и так он 3 стадии должен пройти. Давай, давай, ломай, ломай, ломай. Ломай, ломай, мы не против. Мы не против, вообще не против. Все круто, мы сражаемся. Не ври. Все круто у нас. Все замечательно. Давай. Бай-бай-бай-бай. Бай-бай-бай. О, это летучие мыши. Так, все, хватит меня поджигать. Вот это хватит, вот этой хуйни. Да нет, ты просто мудак, чел. Ты просто мудак. Пока. Пока. Давай, 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 давай. Хватит кряхтеть. Бонита с Олей освобождена. Глория счастлива. Ее внутреннего света. Духа ее молодости. Сегодня снова на сцене. Солевая Бонита. Прекрасно, прекрасно. Браво, браво. На бис, на бис, на бис. Лучше вы слушали меня. Бездарности. Пьеса дерьмовая, хуже, чем предыдущая. Это вы называете театром? Ты где, жучок? Пачку попкорна просто запихнули и прижали. Тут тебе место, друг. Ты, кажется, становишься все меньше, 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 когда льешь этот желчь на всех подряд. Красавый раз. Сегодня ты звезда. Пожалуй, мне стоит уйти со сцены, пока я еще молода. Наконец, мой актерский талант. Молодец, раз, молодец. Победите Джаспера. Помочь Глории совладать со сменой настроения. Так, давайте вспомним, что у нас здесь вообще. Мы тут еще мозги ребят собираем параллельно. Параллельно мозги ребят собираем. А, пика нам нужна уже дальше. Там будет пика дальше, да. Мозги ребят собираем, потому что Лабоста похищает мозги. Только не понимаю, зачем раскидывает по всей территории больницы. Как бы, какой смысл в этом? Как есть, как есть. Так, оттуда мы пришли. Тут у нас вот ребята развлекаются как могут. Кстати, так и не помню, куда пику. А, пика же это нам нужно, чтобы изобразить Лабоста. Да. Так, давайте вот тогда к этому, к Наполеону к нашему пойдем. Так. Их портал. Следующий разом. Наполеона Бонапарта. Ну, так называемого. Непризнанного Наполеона. Поможем решить и его проблемы, как самые настоящие, опытные профессионалы. Психотерапевты. Немногие знали, но именно так выглядит профессия психиатров. Так нет, так он же Кутузов получается, Наполеон против него. Это вообще какая-то настолка. Так. Все, уже можно? Шпили-вили тут делать, да? Так, мы сейчас соберем ваше вымышленное окружение. Так, понятно. Это сломать нельзя. Так, они как в шахматы, грубо говоря, да, партейку играют. Только это Наполеон
И Кутузов. Ага, потушить надо будет это. Только это Наполеон и Кутузов. И это получается Кутузов. Давайте поговорим с ними. Кто выигрывает? Никто не выигрывает. Знаешь, кто проигрывает? Фамилия Бонапарт. Ладно, я сдаюсь, ты выиграл. Наполеон Бонапарт опять победил. Это настоящий Наполеон Бонапарт? В смысле, воображаемый настоящий Наполеон Бонапарт? Да, и я его родственник. Веришь, нет? Заткнись! Чего? Перестань болтать об этом позорном факте. Мне здесь не хочется быть. А-а-а. Но этот недоделанный Бонапарт проиграл простейшую войну. Так это не Кутузов. Больше не могу это терпеть. Это два Бонапарта, да? Пока я не вобью жарко. Забавно, забавно. Выродка, который смеет называть себя история Бонапартом. Такого не видывал. Нет, про, он еще в вьетнамках каких-то. Носок на ногу вьетнамки. Ну такой чистый. Семейство Бонапартов на погонах. Чашки кофейные. Так, хорошо, появилась бирка. А как к вам присоединиться, ребят? Кто побеждает? Нам нужно... Нет. Я думаю, нам нужно опять воспользоваться. Ага! Интересно. Ну, что-то такое помнится. Что-то такое помнится. Прикольно. Должны будем сыграть партеечку, да? Что класс. Это? Мой ленивый противник все-таки пытается выиграть. Он выслал подкрепление. Тогда будем играть по-взрослому. Мы за проиграть. От того и интересно. Ты уничтожить этот мост за Францию. За Францию? Ненавижу тебя, глупый мост. Вот как я тебя ненавижу. Получай. Хорошая мотивация для сражения. А теперь я пойду помучу этого несчастного христианина. Излишнее насилие, зачем? Мост сломан, и мои фигуры теперь не смогут пройти. Я сдаюсь. Можешь сказать? Каждый раз сдаваться так легко и просто. Мы не сдаемся. Мы победим. Правильно, раз, правильно. Генетическая память Наполеона Бонапарта. Выигрывает тот, кто не отступает. Мне нравится твоя воля к победе. Может, ты преподашь урок моему лопоухому родственнику? Вперед! Так, а у тебя, кажется, какие-то проблемы со своим ростом, да? Комплексы. Определенно есть какие-то комплексы. Нанять плотника, чтобы починить мосты. Нанять крестьянина для сражения с солдатами Наполеона. Ага. Давайте все сначала на поле боя соберем. Это на самом деле уже вроде все и собрано. Нет, вон еще бокал вина. Это же все-таки Франция. Так. Крестьянин здесь. Вау. Круто. Круто, круто, круто. А мы прям так туда вот это вот. Бля, ништяк вообще. Игра просто чудесна. Просто чудесно. Просто невероятная, блядь. Невероятно. И не то, что ваши Dying Light и там вторые Horizon всякие. Это просто чистый кайф. Зачем еще что-то нужно? А, это... Кто? Кто, блядь? Вот Муди. Не пойму, все собрали? Кажется, все. Так, а... На это поднимается, но это бессмысленно, правильно? Правильно. Так, тут корзинка. А, все, мы на поле, да? Правильно? Обратно наверх мы не можем вернуться уже, да? Ну, наверное, как-то так. Так, это бутылка... Не бутылка. На самом деле, горлышко от бутылки. В общем... Крышка от шампанского. Угу. Угу. Так мы можем вернуться обратно. Надо же было додуматься. Шампанское, шампань, да? Вот так вот нас шампань выталкивает наверх. Да. Так выходите и сражайтесь с ним. А что я получу за это? Свободу? Freedom, freedom. Так. Хорошо. Значит, нам нужно что-то дать крестьянину, чтобы он захотел этим заняться, да? Короче, стрелять, во-первых. А ты, как бы, ну, погибать будешь?
аккурат. Мне начинается доставать уже. Слишком вы жирный. Это кролики такие, да? Кролики в виде каких-то пешек. Бля, кайф. А, это улиточки. Улиточки такие. Ага. Вот, кажется, это мы можем предложить крестьянину. А. Да, вот так вот. То есть, вымыслы это яблоки наливные. И птицы, которые... Вороны, которые пытаются эти яблоки с деревьев украсть. И мы, наверное, должны собрать целую телегу этих яблок, а затем отвезти ее крестьянину. Чтобы ему как бы всем этим не заниматься, мы сделаем это все за него. А его как-то можно? Да, наверное, можно, кстати, его, знаете как? Наверное, с помощью телекинеза. Куда-нибудь в воду. Воду? Нет, не воду. А вот сейчас воду. Все. Успокоился? Успокоился, да. Ты потонул. Слава богу. Слава богу. Не все решается простыми выстрелами и силой. Но нужно подключать голову, чтобы справиться с более сильными противниками. Порой, да? Так, а что не собирается вымысел? Вот как-то неплохо. Так, ну вот, конечно, вот это яблоко. Ага, вообще прям неудобно расположили. Угу. Так, ну, ребят, ну, кажется, очень много вымыслов раскидали мы здесь. Прям очень много. Сейчас уже серия заканчиваться будет. Пока все соберем. То и две. Чу-шу-чу. На этом точно серия не закончится. Сколько бы еще не оставалось. Ну иначе это как-то вообще подло так заканчивать. Ну и сколько яблок. Будем считать, может быть, что эти вымыслы это и есть и яблоки. Мы же все-таки в придуманном мире целиком и полностью. Так, а может забраться наверх, нет? Как нам вот эти яблоки собрать? Они же гораздо выше находятся. Жесть. Я надеюсь, здесь только один такой момент с вымыслами. На этой карте. На этом поле. Битвы. Во, забрались наверх. Супер. Ага, не супер. Дальше все равно не пускает. Так, ну улитки ничего не дают. Наверх этого домика тоже как бы никуда не это. Никуда дальше нас не пускает. А, ему нужно просто отнести это телекинезом, да? Нет. А как же быть? Интересно, девки пляшут. Мы застряли? Так, а как нам выбраться? Реально застряли. А, вон улитки, смотрите, я только сейчас заметил, что так был серьезно настроен всем этим сбором яблок. А как выбраться-то отсюда нам? Ну хватит. Яблоки проще надо было собрать, просто по деревьям ударить. Загружаться придется. Серьезно? Ну да, автоматическое. Это когда? В какой момент будет? Черт возьми. Ну ладно. Тогда все-таки на этом серия закончится. У нас такой будет логичный конец. Я тогда следующий уже буду записывать в момент, когда соберу все яблоки на том яблоневом саду. И да, и мы начнем тогда добивать, собирать улиток. Вот, вот такая как бы у нас
будет система. Система начала следующей серии. Сейчас соберем здесь вымысла. И как бы закончим на этом. Ну блин, ну кто знал, что получится. Что яблоки, оказывается, так легко собираются, просто ударив по дереву. Ну кто, блядь, знал? Никакой инструкции никто не предлагал. Не прилагал к этому всему мероприятию. Да, ребят, большое спасибо вам за просмотр и этой чудесной серии, которой мы помогли Глори с ее музой Бонитой Солей разобраться. И вот помчались дальше в следующий разум некого родственника Наполеона Бонапарта, тоже какого-то Бонапарта, играть с ними в настолку а-ля шахматы. Ну, так сказать, развивать стратегическое мышление во время боя. Я очень надеюсь, что вы поставите лайк этому ролику, напишите комментарий, подпишитесь на канал, если еще почему-то этого не сделали, и нажмете на колокольчик, чтобы не пропускать новые серии как по этой игре Психонавты, так и вообще по любым роликам получите уведомления, которые выходят на канале Бездельник, и много полезных ссылок можете найти в описании под роликом. Еще раз всем большое спасибо за просмотр, с вами был Бездельник, и всем пока!